Всем привет, друзья! Сегодня мы прибыли в Юрмалу, решили проверить местные юрмальские пляжики. Приехали мы сюда так, чисто отдохнуть, но заодно проверить и пляжи. Побудем мы здесь где-то два денечка, погуляем, посмотрим, что вы нам здесь оставили. Итак, не переключаемся, смотрим, следим за репортажем. А мы гуляем! Сейчас мы вот приехали в Дзинтере и потихонечку будем двигаться до Майури. Там у нас забронирован отельчик на пару дней. Обоснуемся и пойдем гулять. Так, друзья, гуляем по Йомас. Сегодня у нас рабочий день. Народу не очень много, но кое-что есть. Возможно, потеряшки тоже будут. Погодка, правда, сегодня хорошая. Солнышко. Нам повезло. Тепло довольно-таки. А оделся я не по погоде. Пришлось зайти в магазинчик, прикупить шорты. Дело к обеду. Народ сидит в кафешках, обедает. А мы сейчас зайдем, джахнем кофейка. Потом тоже пойдем пообедаем куда-нибудь. Зашли в кафе какое-то кошачье, взяли кофейку, по булочке, по пирожному. Сейчас немного перекусим, кошаки у нас какие-то, картины с котами. Такое симпотное кафешко. Так, друзья, вот мы прибыли в свой отельчик. Тут у нас есть свой теннисный корт. Думаю, может, попробую мячик побить здесь, поиграть, если будет желание. А так неплохо. Есть своя терраса. Терраса. Такой вот у нас тут номерок. Кроватка. Шкаф. Телевизор есть, Wi-Fi, чайник, холодильник. Вроде бы холодильник. Тут у нас душ. Умывальник. Ну, все как всегда. Вот такие дела. Сейчас переодеваемся. Переодеваемся и пойдем гулять дальше. Ну вот, друзья, мы вышли к морю. Сейчас посмотрим обстановку. Народу, конечно, не так много, когда была хорошая погода, жаркая. Но народ гуляет, присутствует. Вечерком выйдем на пробный коп. Посмотрим, что здесь есть, что нет. Что нам оставили местные копатели. Так что такие дела, гуляем. Вышли уже, короче, на коп. Время 6 часов. Солнце, правда, еще высоко, жарковато немного, но можно потихоньку начинать. Так что смотрите, не переключайтесь, что мы сегодня наковыряем. Будет что-то интересное, а может и ничего. Может, тут уже после юрманских копарей вообще делать нечего. Так что такие дела. Сейчас начнем. Начали поиск злато-серебра. Шестнадцать семнадцать. Пробка, наверное. Колбаса.
Ну вот, друзья, первый артефакт морской. Какая-то фигнюшка, по-видимому, украшение от сумки, что ли. Медь чистейшая, с кожаными полосочками. Для начала нормально. Так, 12. Может быть, конечно, крышка. О, это язычок. Что-то маленькое. А, кнопка. Какая-то кнопушечка маленькая. Ну, 16 чисто. Пробка пивная. О, друзья, я ж совсем забыл. Не пробки так звенят пивные, а два эйро. Вот они, красавцы. Вот они, красавцы. А вы говорите, пробок накидать, Виталик. Кидай, кидай. Был дурацкий сигнал, но буду копать. Бил по минусам даже. Блин, что за хрень? О! 2 евроцента. Девять, десять, одиннадцать. Какая-то фигнюшка. Колбаса, что ли? Да не, колбаса, по-моему, 17 было. На. Пробка ржавая. Пивная ржавая пробка. 19? Не знаю, проверю. Чё-то такое. Так, что у нас тут выпало еще? Один евросик. Один евросик. Но он, по-видимому, здесь не один. Ну где юрмальское золото? Ё-моё, что-то не пойму. Виталик все вычерпал. Что-то тут 21. А, что тут у нас? Вот что тут у нас. Вот что тут у нас. Виталик. Тут было. Ай, будет жбонь какая-то. Да, будет какая-то фигня. Мусор. Раз был пакетик. Ой, что тут такое? Шарик какой-то. А, не, сережка. Сережка, друзья. Сережечка. И она, походу, серебряная. Проба есть. Проба есть. Да, серебро. Серебро, не золото. Ну, нормально. Буду копать. По-моему, евросик. Ну, в лучшем случае, 50 евроцентов. А, не, желток 10 евроцентов. Не угадал.
вот еще рядом 14. Это уже будет язычок, наверное. Или каких 5 сантим. Ой, 5 евроцентов. А, ну да, я угадал. 5 евроцентов. Хотел уже уходить, тут еще что-то есть. Что-то еще есть. Желточек. Еще 10 евроцентов. Пока не знаю. Не откопал. А, Эрик. Ну, красный весь. Да. Летово. Видишь, какой глубины. Угу. А ты думал. Так, что у нас тут прячется? 2 царик. Друзья, язычок, наверное. А нет, не язычок, а язычок золотой. Да, он родимый. Ну что, друзья, солнышко садится уже, вечереет, время 8. Надо потихоньку чухать в обратный путь. В кармашке 6 евриков. И серебряная сережка. Так что у меня нормально. В общем, еще монетосик. Правда, ржавый весь, подубитенький. 5 евроцентов. Ржавые. Вот, короче, уже подходим к финишу. Пока находок больше нет вообще. На обратном пути ничего не попалось хорошего. Ну все, друзья, закругляемся. Время 9 часов вечера. Пора собираться, дотопать, отдыхать. Завтра утром с новыми силами в бой. Наш коп сегодня подошел к концу вечерней. Наша вечерняя прогулочка по Юрмальскому пляжу. Что у нас из находочек? У меня по деньгам 5,52 евро. У жены евро 71. Какая-то позолоченная сережка. Такая вот фигнюшка. Как нота. Не знаю, что это такое. На браслет, наверное. Может, с браслета, да. У меня тоже серебряная сережка. Такая вот фигнюшка, украшение от какой-то сумки медная. Ну вот так. Вроде как понравилось. Завтра с утра с новыми силами снова в бой. А сейчас все, закругляемся, идем отдыхать, набираться сил до завтра. Всем пока. Не плачь, когда не везет порой.